обзора. Называется «Хай Кола». 96-го года выпуск, по-моему. Точно «Хай». Это, мне кажется, «Хуй». Да хрен их знает, Слава. «Хуй Кола». Армянская. Нельзя так говорить, Слава. Это еще заблокируют. И сделано из апельсина или мандаринов, хрен его знает. Сейчас попробуем. Кто производитель? К сожалению, тут не написано, какую, что да, производитель. Написано Армения, ну. Республика Армения, город Ереван. Хуй кола. Так что попробуем, что на этот раз Армения сделали. Хай кола. Хай кола или как там она еще называется? О, пахнет. Блин, вкусно. Вот ты открыл даже чуть-чуть, и я уже почувствовал. О, бля, да, это апельсин. Это вкусный апельсин. Это лучше фанты, мне кажется. Ну-ка, раз, два, три. Скажи свой вердикт, подожди. Главный обзорщик лимонадов всея Руси и Армении. Пил лимонад палпия? Да. Сок такой палпи пил? Ну. Вот, ну, то же самое, что и этот сок. Только с газами, очень вкусно. Советую. 5. Этот лимонад сразу 5. Армения нас никогда... Армения в этот раз... Не подвела. Не подвела. Вот посмотрим, если еще какие-то будут эти лимонады, которые Армения производит. Будем и дальше пробовать. Нахер нам эти янки, да? Да. Когда у нас есть армянки. Ереваны в этот раз, по-моему, не подвели. Чисто 5 у них. Этот лимонад очень вкусный. Но напоминает он сок палпия с апельсином. К сожалению. Ну, потому что я пробовал сок палпия этот. Ну, я видел, да, вот по вкусу, да, его открыл, я даже сразу понял, что это вкус детства. Вкус детства, палпия. Вот. Это настоящий лимонад. Вот это настоящий. Армяне умеют делать настоящий лимонад. Армяне. Армяне умеют делать лаваши хорошие, вкусные. Лаваши. Вася. Надо, кстати говоря, как-нибудь будет со Слайком пройтись по шавермам. Теперь обзор от Артемия шавермы. Да, мы закончили этот, мы нашли ту самую, у нас было 5 выпусков. Вот Широкий нашел ту самую, теперь должен, теперь я должен найти ту самую шаверму. Обязан. Хуй кола! Всем удачи. Всем удачи, пока-пока. Хуй кола. Все, давай, выключай.